пролетела много миллионов километров. Земля находилась где-то очень далеко. Люди забыли, как выглядит земное солнце. Наша солнечная система была уже обжита, изучена, использована, как и другие, обшаренные вдоль и поперек, выдоенные, укращенные. И теперь звездные корабли крошечных человечков, жителей невероятно отдаленной планеты, исследовали новые далекие миры. За несколько месяцев, за несколько лет мы могли преодолеть любое расстояние, ибо скорость наших ракет равнялась скорости самого Бога. И вот сейчас, в десятитысячный раз, одна из таких ракет, участниц этой охоты за планетами, опустилась в чужой, неведомый мир. Воздух на новой планете, седьмой планете 84-й звездной системы, был прекрасен. Да, здесь могут водиться и тигры. Капитан Форестер, вы не забыли захватить свое оружие? Только в кобуре. Если бывают планеты женщины, то это одна из них. Одна из них. Не поддавайтесь чарам косметики, Форестер. Она одурачит вас. Там внутри железо, медь, уран, золото. Там все твердое, все мужское. И мы продырявим эту планету, сэр. Мы продырявим ее насквозь. Вы не понравились планете Чаттертон. Чепуха! О, Господи! Что за ветерок? Ведь в сущности мы никогда не летаем по-настоящему, как летают птицы сами по себе. А как чудесно было бы раскинуть руки вот так и побежать! И полететь! Рискол назад! Сэр, велите ему вернуться, он погибнет. Вы видите, черт побери! Ведь я лечу! Я попросил ветер, чтобы он помог мне! И он помог! Следующим буду я. Остановитесь, безумцы! Неужели вы не поняли? Этот мир живой! Он разглядывает нас и пока что играет с нами! Сам ждет благоприятные минуты. Это мое дело. А вы, если сию же минуту не опустите эту штуку, останетесь в корабле под арестом. Все вы сошли с ума. Можете оставаться там, а я иду. Я иду туда, беру пробы и возвращаюсь в ракету. Чаттертон, не пытайтесь удержать меня! О-о-о! Вино. Французская столовая. Молоко. Я готов согласиться с Чаттертоном. Эта планета живая. Живая. Это своеобразный замкнутый мирок. Но сейчас он нуждается в нас, чтобы показать себя. Чтобы кто-то мог оценить ее достоинство. Вот она, малютка, ядрышко антиматерии, моя несравненная бомбочка. Стоит чуть подрастить тебя, прибавить массы, и ты распоришь брюхо любой планете, разнесешь ее ко всем чертям.
Планетам доверять нельзя. Все они разные, но все враждебны нам. И готовы причинить вред, особенно такая отдаленная, как эта, в миллиарды километров от всего на свете. Поэтому нападайте первыми, сдирайте с нее шкуру, выгребайте минералы и удирайте живее, пока эта окаянная планета не взорвалась вам прямо в лицо. Вот как надо обращаться с ними. Так вот, советую обращаться с этой площадкой для пикника как можно бережнее, и она отплатит вам тем же. Не вырезайте инициалов на деревьях, распрямите смятую траву, подберите кожуру от бананов. Только одного не хватает на этой чудесной планете. Да. Ведь это логично. Ветер помогает нам летать, деревья и ручьи кормят. Все здесь живое. Может, если мы попросим пригласить к нам... Взгляните сюда, сэр. Где же все-таки Чаттертон? Думаю, что мы никогда не найдем его, капитан. Капитан? Да? Перед самым взлетом я дежурил у воздушного шлюза и позволил Рискалу уйти с корабля. Ему хотелось уйти, а я не смог отказать. Я взял это на себя. И сейчас он там, на планете. Да. Я знаю. Еще не поздно повернуть назад. Боюсь, что поздно. Полный вперед, штурман. Полный вперед. И куда-нибудь подальше.